Вы знаете, ну, то, что произошло в Большом театре, это, конечно, я считаю, что боль для каждого гражданина Российской Федерации и для нас, как для законодателей. Почему? Потому что мы видим реально, да, что у нас как воровали, так и продолжают воровать. Да? Как у нас, извините меня, отмывали деньги на каких-то подрядах, так у нас и отмывают. Вот здесь, конечно, я думаю, что надо объединить усилия, то есть чтобы в Госдуме у нас все фракции воедино объединили усилия и ужесточили просто-напросто уголовный кодекс. Понимаете, вот за такие вещи я считаю, что человек как минимум должен сидеть 15-20 лет в тюрьме. Почему? Если мы ужесточим уголовный кодекс для тех недобросовестных руководителей, которые отмывают деньги такими подрядами, то, что государство выдает в первую очередь на благо нашего народа, то, поверьте, желающих будет гораздо меньше. Одного-двух посадим для того, чтобы народ видел, что власть, извините меня, не спит, не дремлет, и что она реально видит, кто ворует и кто, извините меня, набивает свои карманы нашими деньгами, бюджетными деньгами. Здесь я буду элементарно, вот мы сейчас разрабатываем, наша фракция разрабатывает это ужесточение уголовного кодекса именно по максимальному, вплоть до пожизненного.